Всем привет, с вами Жора, и сейчас я научу вас чистить этот невероятный гранат. А чистить научу вас очень быстро, недолго. В общем, берем ножичек и гранатик, да? Первым нашим действием будет отсечь вот эту корону, так называемую. Берем, вырезаем ее, отрезаем. Есть, получился вот такой кружочек. Дальше что мы делаем? Берем ножичек и делаем два надреза, чтобы у нас получился крестик. Первый надрез вот так вот, да, а второй вот так вот. Давайте сейчас сделаю и расскажу, что будем делать дальше. Раз. Два. Вот так вот. Далее продолжаем эти надрезики. Смотри. Оп. И по этому надрезу мы ровненько идем. Ну, у меня уже не ровненько, но стараемся ровненько. И делаем это со всех сторон. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, чик-чик-чик-чик-чик-чик. И последний надрезик. Вот что у нас получается, смотри. Вот. Четыре надреза. Все, мы уже с тобой все сделали. Берем два вот этих больших пальца в середину. И как бы давим. Оп. И наш гранат разделяется на 4 части и раскрывается как цветок. Времени много не за него, зато мы все почистили рационально, быстро и удобно. Если тебе понравилось это видео и я тебе помог, то обязательно подписывайся на канал и ставь лайк. А я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока!